Мы сегодня готовим перчик фаршированный. Да. Покажи, какой у нас перчик. Вот он, наш любимый перчик. Какой он ароматный. Сочный, мясистый. Очень вкусное блюдо. И очень полезное. А самое главное, очень просто готовится. С чего мы начинаем? С риса, по-моему, рис. Да, надо хорошо промыть под холодной проточной водой рис. Хорошо, чтобы она была чистенькая и прозрачная вода. Видишь, какая она мутная. Риса нам, сколько мы положили риса? 2 медных стаканчика по 180 грамм на 1,5 килограмма фарша. И перчика у нас килограмма 2 здесь. Но мы поштучно считали. Так, вот мы промыли рис. Сейчас нам его нужно куда добавить? Фарш. Добавляем фарш. Фарш у нас. Обычно свино-говяжий фарш. Мы туда порезали лучок 1,5 головки лука. И теперь мы все это перемешиваем. Еще мы добавили сюда 2 яйца. Соль по вкусу, перчик душистый. Сейчас это все мы хорошо перемешаем. И Саша будет начинять вот такой перчик красивый. Как он пахнет, да? Просто изумительно пахнет. Ароматный. Какая вкуснятина. Ты любишь кушать перчик? Люблю, конечно. Он же очень полезный и вкусный. Сейчас лето, сейчас столько овощей, столько всего вкусного. И мы обязательно еще что-нибудь новенькое придумаем и приготовим. Пока мы сейчас занимаемся перцем. Так, вот у нас фарш уже полноценный. Сейчас мы будем начинять наши перченки. Да. Саша, тебе ложку. Как ложку? Берешь фарш. Переворачиваешь наш перчик. Мы его очистили, помыли. Давай я тебе покажу. Давай я покажу тебе. Правую ручку только надо брать. Ложку. Набирать фарш. И ложечкой. Вот, хорошо заталкивать. Перчик у нас большой. Фарша много надо будет туда положить. Но сильно мы не будем утрамбовывать, потому что рис, он же разбухнет. И ему нужно будет место. Все, достаточно. Видишь, какой красивый получился. Все, держи. Будем укладывать в кастрюльку. Ух ты, вкусно! Да, когда приготовится, будет еще вкуснее. Вот такая вот кастрюлька. Укладываем. Второй бери перчик. Переворачивай, как правильно. Набираешь. Нет, перчик лучше держи в левой руке. А правой накладывай фарш. Хорошо загребай. И перчик. Хорошо, полную ложечку набирай. Не спеши. И туда. Вот он. У нас прям настоящее кулинарное шоу. В новом году снимаю сам в Чили. Так, накладывай, чтобы полный перчик был, но не утрамбовывай. Все правильно. Давай. Я поставлю. Она мне поможет. Вот, молодец. Все верно. Теперь еще, да. Пока у нас не закончится перчик, мы будем накладывать фаршик. Перчик. Давай, правда, теперь волосики, чтобы не мешались. Вот так. Еще полный получился. Еще, чтобы полное получилось.
Ну-ка, давай еще посмотрим сейчас. Что? Чтоб вот такой получился перчик. Видишь как? Угу. Можно даже еще немножко добавить. Видишь, он провалился. Еще ложечку. Лишнее мы уберем. Все, бери другой перчик. И продолжаем наполнять. Я хочу, хочу вот этот хочу. Бери. Да он весь одинаковый. Вот у нас последний. Остался фарш, наверное, у нас останется. Ну, он нам пригодится. Еще наполняй. Видишь, мама, у тебя неполная. Мама! Неполная. Мама! Что, ты тоже хочешь помогать? Да. Да, ну подожди, ты еще маленькая. Мама! Давай, давай. Вот. Видишь, какой он вроде маленький, но он широкий. И туда много потребовалось нам фарша. Вот, все. Фаршик мы наш лишний убираем. Вот он. Вот какая красота получилась. Сейчас нам надо, наверное, взять другую кастрюльку. Потому что это, видишь, маленькая оказалась. Переложим ее в другую кастрюльку. Зальем водичкой, чтобы наш перчик покрылся водой. И будем готовить подливку. Все. Наполняем кастрюльку водичкой, чтобы наш перчик покрылся водой. Ты как получается. И ставим на огонь. Нам надо, чтобы он закипел. И потом сделать очень медленный огонь. Теперь мы должны посолить. Я хочу. Я его посолю. Держи. Соли. Добавим. Все. Пару листочков. Лаврового листочка. Это будет невкусно. Почему? Ну-ка. Посолила, Саша, хорошо? Потом попробуем, потом можно будет еще добавить. Ставим на самый-самый большой огонь сначала. И ждем, когда закипит. Пока закипает наш перчик. Подай. Крышечку надо закрыть. Я закрываю. Пока закипает наш перчик, мы готовим подливку. Да! Что у нас для подливки готово уже? Перчик. Вот это пока топа. Ну, это потом. Подай мне вот эту чашечку с морковкой и лучком. Лучок. Я сама. Я сама. Можно у нас морковочка с лучком немножко обжарится. Нарежем сейчас перчик наш, чтобы еще наша подливка ароматнее была. Какой перец? Помидорчик потом порежем. И добавим томатную пасту. Какую пасту? Томатную. Да, чтобы подлить не получилось. Я не знаю, какая. Вот перчик. Папа, еще папа. Папа. Какой он ароматный. Вкусный. Да, сочный-сочный. Да. Сока. Начинаем растягиваться, помешаем. О, вкусно!
Аккуратно, ножом не размахивается. Аккуратно. Нет. Ножом очень аккуратно, пальцы не подсовываем. Один витамин, смешной витамин. Помидор, перчик, морковочка, лучок. Все. Все, что попадает в витамин. Нарезали помидорчик. Вкусно? Так, сейчас мы добавляем это все к нашим морковке, перчику, лучку, чтобы оно потушилось. А потом добавим немножко водички и томатный пасту. Чтобы у нас подливка получилась красивая-красивая. Так, что у нас перчик наш? Мы его знаем, что Саша с тобой сделаем. Придавим вот такой тарелочкой. Вот так. Чтобы когда он у нас кипел, он у нас не испортил. Очень мясо. Да, аромат. Неужели? Вот такого. Так. Две столовые ложки томата. Смешиваем и добавляем воды. Ароматы. Вот не пахнет пока. Добавим сюда наш перчик, когда у нас подливку будем добавлять, когда рис будет готов. Перчик еще. Вкусный перчик. А перчик кипит? Нет еще. Будем перчика. Перчика. Душистого. О, я хочу посолить. Тебе же соль. Да, ну, совсем чуть-чуть. Я хочу посолить. Когда? Перчик, когда будем добавлять. Вот подливка наша почти готова. Еще пару минут и выключаем. Продолжаем. Продолжаю. Супер. Так, смотрим, что у нас происходит с нашим перчиком. Рис уже сварился у нас. Убираем эту тарелочку. И добавляем в нашу подливку. Мы его выключаем.
добить наш перчик витамином, мы сыпем зелень. Тут у нас микс зелени. Петрушка, базилик и укропчик. Запах просто невероятный. Теперь он у нас должен где-то с часик настояться. Все, я слазил. Посмотри, какая красота получилась. Часик у нас постоит, и будем что делать? Сашенька будет снимать первую пробу. Помогай себе ручкой. Мы пробуем. Получился? Вкусно? Ну что, прощаемся? Пока-пока.